Человек-невидимка на светофоре, пока горит красный цвет, свет предлагает соки и что-то еще. А он следом второй идет, закутанный, даже глаз не видно. А это продает жасминовые освежители воздуха для машины. А там, о, целая колонна. Люди-невидимки на светофоре. Это я. Все, одни только зрачки глаз открыты, полностью упакованы. На улице 30 градусов. Даже зрачки не видно.